Героиня следующего сюжета, чемпионкой России, стала играющей, в прямом смысле слова. Она лучше всех в стране в своей категории играет в шашки. Сразиться с титулованной спортсменкой не побоялась Ольга Пырочкина. Красивые девочки умными бывают. Доказано 10-летней Настей Павловой, ученицей 4 класса школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. В классе, в школе, в столице Чувашии, даже в целой стране ей уже нет равных соперников. Недавно с первенства России по русским шашкам в спорте слепых она привезла золотую медаль. Хотя некоторым соперникам было по 16 лет. И это далеко не первая награда. При таком раскладе надеяться мне, конечно, было не на что. Однако сыграть партию и заодно взять интервью я рискнула. Шашками я начала заниматься с 1 класса. Научила меня играть в шашки бабушка. Потом во втором классе в октябре я поехала уже на свои первые всероссийские командные соревнования в Адлер. Ходи. Вот. Так, мне нужно чем-то тоже ходить. Я сделаю вот так. Мне нравится эта игра, потому что тут можно думать, развивает мышление, нужна внимательность, логика. Вот так, за один ход меня съели 3 раза. Настин тренер говорит, талант разглядел сразу. Я когда сюда пришел, она на 1 классе, я когда посмотрел, ну остальные же играют, на фоне всего этого ты видишь, что-то там, что-то блестит. И ты замечаешь и начинаешь уже больше внимания выделять. Вопреки выражению «вся жизнь игра», у Насти еще много увлечений. Так же легко, как делает ходы, 4-классница подбирает рифму. Девочка пишет стихи и даже участвует в конкурсах. Заледенелые тропинки ведут в неведомую даль, и будто мягкие пушинки, снежинки падают к ногам, и ветви будто в серебре сияют в сказочном огне, и солнце зимнее слегка на небе тускло светит свысока. А недавно с легкой руки классного руководителя стихи школьницы попали в настоящий журнал, а Настин портрет на обложку. Я написала просьбу в вестник журнала, так как у нас учебный год кончается, ну как-то страна должна знать наших героев, хотя мы маленькие. Написала в школьный вестник, вот, получили ответ. Кстати, шашечную партию я с треском проиграла, однако Настя научила меня некоторым премудростям на будущее. Часто попадается на такую комбинацию, конечно, даже который уже хотя бы год играет или немножко побольше, он не станет попадаться на такую комбинацию. В жизни юной чемпионки будет еще много побед и, возможно, проигрышей. Впрочем, главное быть победителем по жизни. И пусть она намного сложнее, чем шашечная доска, с такими задатками у этой маленькой девочки есть все шансы. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.